Леви-Строс, великий антрополог, сказал, 21 век будет веком гуманитарных наук или его не будет. Значит, сейчас, пока век не стал веком гуманитарных наук, отчасти в этом виноват Московский университет, который слабо поддерживает, в частности, наш Институт мировой культуры и многие другие аналогичные учреждения. Если ситуация решительно не изменится в самые ближайшие годы, ни на что хорошее не рассчитываем. Это в России или во всем мире? Во всем мире, во всем мире. Ситуация науки в Америке по другим причинам, но достаточно сложна. Америка – типичная страна глобального капитализма, и поэтому все те трудности, которые науки, в частности, гуманитарные и социальные, испытывают из-за особенностей глобального капитализма, вот то, что я вам сказал, что основные цели глобального капитализма противоположны целям культуры и науки. В Америке это гораздо виднее, чем у нас. Мы в силу своей консервативности, архаизма России, того, что всегда в России не соблюдаются никакие государственные законы и нарушаются все законы природы, в силу этого в России мы имеем какие-то надежды. В Америке надежд еще меньше.